Начнем выпуск с ЧП. Вечером 9 октября серьезная авария произошла в центре города. В ДТП пострадали несколько человек. Столкновение двух легковушек произошло на пересечении улицы Мира и Новомытищинского проспекта около 21 часа. По словам очевидцев, столкнулись «Жигули» и «Шевроле». Пострадали женщины, дети и мужчина. К месту аварии приехала скорая, полиция. Подробности нам рассказали в Мытищинском отделе ГИБДД. 9 октября, 21 час, 20 минут, водитель автомашины «Шевроле Клан», двигаясь по улице Мира, со стороны улицы Селезнева, в сторону Новомытищинского проспекта, на регулируемом перекрестке улицы Мира и Новомытищинского проспекта, выполняя маневр поворота налево, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2113, которая двигалась по улице Мира, со стороны улицы Матросова, в сторону улицы Селезнева. В результате столкновения пострадали 5 человек. Водитель автомашины ВАЗ и четверо его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, девочек 7 и 15 лет. Всех пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. На момент ДТП водитель, пассажир автомашины ВАЗ, ремнями безопасности пристегнуты не были.